Привет, я Миша, и я сегодня вам расскажу, как сделать прикольный журнальный столик из ящиков для овощей. Для стола я использую 4 ящика, они у меня вот такие обожженные. Сначала мы берем и зачищаем все наждачкой, чтобы не было никаких загусениц. Первый ящик готов, то же самое проделываем с остальными тремя. Все 4 ящика мы зашкурили, теперь покроем их лаком. Я использовал обожженные ящики, мне больше нравятся они по виду. Лак я использую паркетный, матовый, и по стандарту покрываем. А пока сохнут наши ящики, мы приготовим дно для нашего стола. Дно делайте на 20 сантиметров меньше, чем периметр ваших ящиков. Это делается для того, чтобы дно не выглядывало из-под ящиков уже на готовом столе. Для того, чтобы низ стола не цеплялся за ваши вещи, либо за ковер, лучше его тоже зашкурить. Все, наши ящики высохли, теперь зажимаем струбциной первый ящик, чтобы они не двигались. И начинаем собирать наш стол. Теперь берем уголки и с внутренней стороны закручиваем. Крепим ящик к ящику. Для этого используем самые обычные уголки и маленькие саморезы. Мы скрепили уголками, теперь скрепляем саморезами друг с другом. Теперь ставим дно нашего стола. Крепим дно, чтобы со всех сторон было одинаковое расстояние. Шурупы должны быть маленькие, чтобы они не прошили насквозь доску. Делайте шаг между шурупами примерно 10-15 сантиметров. Наше дно, теперь прикручиваем наши колесики. Вот такой замечательный стол у нас получился. Понравилось видео? Ставь палец вверх, подписывайся на наш канал. Всего хорошего, пока!